Всем привет, меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в игру Fallout 4. Время по-прежнему очень-очень позднее, а если быть точным, я даже сейчас скажу сколько, если быть точным, то уже пол второго ночи. Но тем не менее, игрушка настолько любопытная, что как-то вот... Что случилось? Что, просто хочется в нее играть и играть. Давайте лучше дробовик, по-моему, это повеселее. Поэтому как-то вот оно как-то продолжается даже ночью. Ну да ладно. И скорее всего видео-то я не знаю, наверное, с утра завтра будет. Хотя нет, завтра какой с утра, я сегодня его закачаю, обработаю, пускай оно... Нет, завтра буду с утра вкладывать. Потому что надо еще действительно и фотографироваться, и позировать. Выбирать красивые кадры на превышку и так далее. Поэтому да, видео будет завтра. Будете, конечно, смотреть, вы поймете, что снимал я сегодня ночью. Показалось. Так. Давайте-ка вниз, пошли. Бублик, не скули, пойдем. Ты у меня вообще молодец. А это мы где? А это вот, кстати, да, мы тут, по-моему, вообще не были. Мы же как-то мимо его прошли. Тут мы не шарились, а тут получается... Да ну ты брось! Нифига себе! Подарок. Так, подогоди. Вот это начало. Вот это уже весело. Так, помощь... Нифига, я что-то такая радиация большая. Вот это надо сейчас, по-любому. Что такое радиация там? Бублик, аккуратнее тут мины, блин, дебилы. Поназакладывали. Давайте посмотрим. А, мы тут были, да. Лексистон апартаментс. Да-да-да-да, апартаменты тут были. Но тут что-то мы как-то так пробежали, я не помню даже, что тут было. Мы, по-моему, просто это взяли, пробежали и... И, по-моему, даже ничего не собрали, хотя не уверен. А, нет, мы тут были, все, значит, мы можем уходить. Судя по тому, что там лежит голый мужик, и кто там, баба была, чуть не обратил внимания. То мы это уже все посмотрели, мы молодцы. И пойдем дальше. Так, а дальше. Ну, дальше не знаю, как куда идти. На заводе мы обшарили, если не все, то очень многое. Туда. В принципе, может туда вернуться, потому что мы как-то. Ты да, далеко пока не убирай. Потому что мы там крайне мельком пробежали. Тем более, нам все равно идти в ту сторону же, да? Да, через на завод, вот туда. Давайте мы попробуем туда, вот на станцию Оберлин пройти. Нам в любом случае это нужно туда идти, поэтому пойдем просто пойдем. Так. Попутно... Чё-то, где-то киоск, подожди. А, вот дверь. Попутно будем осматривать, что где есть. Ты чё, телефон? Телефон надо взять. 2077 год, я только сейчас задумался. Дисковый телефон. Проводной. Я думал, там уже в мозгах все у многих встроено. Просто что вот. Даже делать-то ничего не надо. Просто уже в мозг прям звонит. Звонят. Как правильно, поправьте меня. Так, да, мы тут там были на этой военной части. Так. Нет, не так. А, ну да. А, мы... Так, я туда смотрю. Нам нужно на завод. Завод. Ну, пошли попробуем подняться на завод. Не уверен. А, нет, получится. Хотел было сказать, что не уверен, что у нас получится это сделать. Тем не менее, это получилось. И, насколько помню, мы завод-то вырезали хорошо. Так что тут можно, я думаю, без особой паники пошариться. И, наверное, надо внутри уже пошариться повнимательнее. Потому что, во-первых, мы были загружены, хоть и в костюме, но мы были загружены, и мы сильно ноги нести не могли. Отсюда мы, кстати, вышли. Так, цех сборки машин корвета. Давайте посмотрим, там они очень сильно взрывались. Но при этом почему-то ни топлива, ничего я не нашел. Мы там завалили кого-то босса, у него тоже ничего не было. Какой-то нищебродский босс, на самом деле. Что это такое? Я ж тебя отключал.
Рейдер? Двое рейдеров? Я думал, ты их всех убивал. А, там точно, там же два каких-то, две скотины осталось. Эх, найти не смог. Да. Помню я вас, ребята, я вас не смог найти. Где-то там. Значит, возможно, внизу что-то есть. Подождите, а если это завод? На заводе должны быть вот как там, какое-нибудь ядро, генератор и так далее, который управляет всем этим делом. Да по-любому есть. Блин, надо найти. Просто надо найти. Нет. Не хочу я это брать. О, золотые все надо взять. А если это еще ролик, все-таки вообще прям джекпот сорвем. Ладно. Что-то я уже маленько спать хочу. Маленько у меня начинаются затупы. Местами не связанная речь, ну ладно. Я думаю, мы сейчас эту серию запишем еще минут 30-35-40. Короче, минут так с полчаса мы еще позаписываем, и я думаю, это будем завершать на сегодня. А что за фризы-то? Почему у меня такие эти начались? Так, вот, брали уже все. А, телефон, телефон надо взять. Ну, сейчас, видимо, я был совсем загружен, я уже не помню. Так, вентилятор. Блин, бублик, не мешайся. Вентилятор, гаечный ключ надо. 5. Оба. Не надо. Пепельница. Чё, эй? Да внизу все, чё там? Так, кстати, да. О! Так, секунду. Вон он, где вход-то, блин. А как я его так пустил? Блин, тут всего два штуки их где-то шарится. Они тут весь мини-мозг скомпостировали, когда я еще был в броне. Подожди, или это не то? А, так это не то, походу. Это, походу, был. Так, алюминиевая банка надо. Уже стеная, ладно, возьмем. Так я реально тут, походу, был. А, нет, тут еще ниже есть. Так, лифт. Так, давайте попробуем без кипиша. Без кипиша. Кстати, да, я их больше не слышу, так что мы, походу, куда-то ушли от них. Так, подожди, алюминиевый банк надо взять. Алюминий сейчас в цене. Почему так шумит резина? Ну, блин, это как выстрелы же. Резина не должна так шуметь-то. А, я сообразил, где вот. Да, мы тут перебили всех, пошли сюда. Все понял. Значит, пошли отсюда теперь. Вот так вот. Так, в прошлый раз мы пошли вон туда наверх. Наверное, я. Тут завод-то такой, блин. Ох ты, блин! Сзади! Где? Бублик. А, вон. Ты мою собаку бить! Да на тебе! Бублик, красавец! Ой, красавец! Чё это, плюс? Надо вот это взять, потому что это ценится. Кексы? Ладно. У тебя что есть? Крышка, калибр, стимулятор. Так. Ну давайте это возьмем. Теперь мы будем выборочно все брать, потому что мы, во-первых, без брони. Да подожди. Тащить можем меньше, во-вторых. Мы уже начинаем немножко разбираться, что нам нужно, что нет. Вот теперь, я думаю, мы уже всех перевалили. Так, что это? Будильник, вилка, нафиг. Я думаю, теперь мы всех перевалили уже. Вот это надо взять. И нам это уже не столь страшно, принципиально и так далее.
Че это? О! Я тебя сейчас возьму. Не взялась. Ладно. Я просто еще побоялся, вдруг это какая-нибудь мина. Поэтому решил, че уж. Давайте сразу убьемся в нее. Так, подождите, слишком много вещей. Давайте тогда смотреть. Предметы. Хлам. Будильник остается. Стали много, блин, надо... О, кости. Тут веса немного, но я думаю, надо выкинуть все. По крайней мере, у нас это спасет. Мина! Где мина? Понял. Она! Опыта не пропьешь! А чё тут машину-то на этом заводе делал? Прямо вот тут, как выставочный зал такой. Все, мы выходим, да? Куда мы выходим? Даже кофе не помогает, на самом деле. Ну, играть интересно. Где мы? Я вот пока не понял, как обнаружить эти долбанные мины эти. А, мы тогда наверх пошли, понял. А, наверху где-то. Ну-ка, пойдем. Подожди, а... What the fuck was that? Подожди, не ругайся. Ты что сразу ругаешь? Ты хоть раз видел, чтобы я ругался, а? Я вот культурный человек. Учусь материться без мата. Так, Бублик, ты там давай сильно не шуми. Потому что мы пока не знаем, что кто еще остался, а они тут остались, между прочим. Нет, это брать не будем. Все. Берем только патроны, потому что мы загружены под завязку. Либо что-то очень важное, либо только патроны. Важное, это подразумевается только блок, наверное. Блока нету, все, значит мы не берем ничего так. Нет. Алюминиевую надо взять. Алюминиевая это... Это тоже очень важно. С алюминием у нас вечные проблемы, поэтому... Че, где алюминиевая? Так, алюминиевый канистр нет. Мы ее берем, но нам нужно что-то выкинуть. Что можем выкинуть? Просто неохота заново опять тут ходить, все это искать. Ну да, алюминиевый канистр хорошо нам дает. Плюс неплохой. Так, она даже ничего не весит, модификации. А нафига я их с собой таскаю? Откуда? Ну ладно, они весят немного. Но все равно, на кой черт я их таскаю? Ключ от сейфа, от склада и от сейфа Корвеги. А где это Корвеги вообще? Так, вес. Ну, это все легкое тут будет помниться. А давайте мы что-нибудь тут такое. Блин, ну точно, надо было скинуть же. Я забыл все. А теперь и поплачусь за это, видимо. Так. Нет, у него ценник хороший. Блин, у них у всех ценник хороший. Давайте хлам. Я не знаю, вот он, это самый тяжелый выбор. С тобой канистра. Еще что-то надо. Я сейчас включу. Ладно. Все. Можем бегать. Да ё-моё. Скипидар. Фиг с тобой.
Да верю я, ребята, не надо меня так смотреть, материть и так далее. Я понимаю, что это все нам нужно. Ну, не влазит, не влазит. И телепортироваться с этим тоже не смогу, потому что если там перегруз, то он начинает орать, что иди ты лесом и так далее. При этом ничего нравится. На патроны вес не распространяется. Это уже очень сильно радует. Так, подожди, мы пришли оттуда, да? Пошли обратно. Там вроде наверх путь. Так. Вот он, да, путь наверх. Туда я не хочу, я там вроде где-то шарился. А вот на открытой площадке я не могу. Где? Ах ты, падаль, вон ты. Нахрена я наверх полез тогда? Я думал, ты скотина вверху где-то, а ты там. Красавец! Патрон, так, не надо. Где? Новый, вон где. А теперь новый наверху. Побежали. Вы там мне тут чё, блин? Слабакен, чё, подожди, подожди. Ты чё убежал-то? Где тут еще? Блин, я думал, я всех перебил. А где стреляет-то? Ах ты, блин! Шесть, черт! А где-то скотина-то, блин? Я так и не понял, где. Так, во-первых так, во-вторых так. Во-вторых так, говорю. Вон она, падаль. Чё ты не пробиваешь-то её? Всё. Вроде всё, да? Завалили мы рейдер твари. Чё, нет ещё? Да ё-моё, ты... Где ещё один? Вон он. Хедшот. А, тут дыхание можно держать. Это хорошо. Собакен, где ещё? А где ты, тварь? Где-то там. А я не вижу ее. Вон она. Вот так будем действовать. О! Вот, теперь точно все. Нет еще. А, патроны взял, симулятор взял. Морковь? Так, мы взяли уровень, патрон. Симулятор. Это надо взять. Понятно. Предмет, оружие. Так, коктейль Молотова. А, подожди, протупею. Выкину. Все. Нет, это потом мы откроем способности. Сейчас молодцы, мы вроде перебили всех, вообще. Чё за... Патроны надо собрать, стимуляторы, комбо, противогаз, все, панталон, ну да, на твои трусы только не хватало. А ничего мне снайперка уже нравится, оптика, это вообще супер. Прицелиться, затаил дыхание, оба, глаз. Чего бы нам врагов раньше видеть, чем они нас, было просто супер бы. А что там такое, там, кстати, да, это где? Это мы куда смотрим? Это, а, это Diamond City. Вот там туда, походу, надо. Ё-моё, да вы прикалываетесь. Походу, да, это, скорее всего, Diamond City. Нифига себе надо, блин. Километраж побегать-то. Потому что чемпионами марафонскими станем. Всё-то пробежим. Обалдеть. Ладно, куда идем, не знаю. Зачем идем, не знаю. Просто ищем. Просто что-то ищем. Патрон дробовика. А что такое портупея все-таки, мне интересно. Вы мне там напишите что-то такое, или там как-нибудь расскажите. Только жук как неуч. Даже не знаю, что такое портупея.
Diamond City, а там что интересно? А там куда мы смотрим? Где-то сюда. Ладно, там ничего нету, никогда, ё-моё. На карте там ничего нету. Так, чё у тебя есть? Патроны. Чё ты? Дорогая. А, дороже. Не понял. Бублик! Бублик! Конечно, собака мне сиганула. Ну ладно. У нас собака способная, она у нас бессмертная. Полижет ран... Ох ты. Так. Зачем идти ко дну вместе с кораблем, если можно попытаться залатать пробоин? Ядерный блок работает 10% дольше. Ух ты, класс-то как! Взять, конечно, взять. Класс, патрон. Пистолет. А, подожди, пистолетом надо выкинуть, ребят. Пистолет. Нет, что подешевле? Нифига у него ценник. Чё-то подешевле. Тем более, что я дешевле хочу что-нибудь выкину. Вот у нас их два, поэтому это и выкинем. Все. А нам бы ядерный блок бы еще тут. Нигде не завалялся у вас, а? Спасибо, конечно, за пупса. Но нам бы еще, на самом деле, что-нибудь такое, чтобы зарядиться. Я просто пока не понял, как заряжать, где их искать. Давайте по этому пути теперь спустимся. Может, тут что-то есть. Что, ну, в самом деле-то, ну, блин, ну... Полтора блока на вот сколько часов игры уже, часов на 7, наверное, на 8 игры. А сейчас даже скажу точно. Да, вот было 8 часов игры примерно. Сейчас, я думаю, точно 8 есть. Полтора блока на 8 часов игры, ну как-то маловато, маловато. Ну, сходили мы один раз, ну, разнесли всех один раз. Заводится всех. Масленка. Винт. Так, патроны. Терминалы читать не буду. Там, в принципе, интересно, ничего такого нету. У нас опять собака упала. Ну ладно. Она у нас привычная, что-то частенько падает. Видимо, ее прикалывает уже. Так. Там что? Ой, саму бы не упасть. Эй. Я тут сейчас разгонюсь, как прыгну. Разбежавшись, спрыгну. Со стены. Ты же понимаешь, что он по-другому поет со скалы, но тем не менее. Я-то со стены буду прыгать и падать. Так, ну, видимо, все. Тут я больше ничего такого не вижу, куда нам что можно сделать. Бублик! Бублик! Пошли! Тут нам больше делать нечего, нам нужно куда-то... Так, а то что? Да? Блин, все-таки это нечестно. А, мы отсюда, по-моему, пришли, нет? Ладно, мы завод еще раз обшарили. Кстати, говорят. А, ну да. Я просто не, я не повышаю, потому что... Чего так делал? Я просто не помню... Бублик. Ну, бублик. Я просто не помню, что нам нужно было, чтобы третий уровень взять. Той же маски и так далее делать. Поэтому давайте там уже... На месте это посмотрим, кстати говоря, а чё я парюсь? А я сюда могу вот так вот? А, понятно. Ну ладно, давайте спустимся, я думаю, это быстрее будет. Хотя, кто его знает. Потому что тут, на самом деле, спускаться, вот лабиринт идти еще, чтобы спуститься даже. Так, нам нужно... Так, это завод. Ну, туда, да, нам надо. Да, нам нужно туда. Ну, побежали. Так, знаете, давайте по-другому делаем. Давайте сначала сгоняем в магазин. Да. Мы все барахло скинем. Потом все оставшееся барахло скинем в нашу мастерскую. Обратно переметимся сюда. И мы будем вообще молодцы. После того, как мы станем молодцы, мы пойдем дальше проходить. Тем более у нас тут не так много этого барахла. Вроде бы как. Так, не хотите, чтобы враг бежал, бейте по ногам. А, супермутанты, превосходящие людей в силе и живучести, считают тебя чего?
Подруга! Да, мы это слышали. Thank you. Do you need anything? Да. Let's see what you have. All salvage, but nothing's junk. А почему она стала такая темненькая, неактивная? Ну, ладно. Мое оружие. Значит, вот это продать. Продаем. Это нет. Абсолютно. Можно продать один. Ракетница, все. Одежда. Все продаем. Весь продаем, продаем. А, продаем, продаем. Все, дальше. Моя помощь остается. А, вот это. Я не знаю, для чего она, но, наверное. Так-то она сотку стоит. Слышь ты. Ну ладно. Во-первых, это барахло нам пока не нужно. Во-вторых. А, вроде все. Так, что у тебя есть? Оружие, одежда. Помощь с тем. Вот, симулятор надо продать. Просто закупить. Нифига себе, да иди ты. Ты где такие ценники-то видел, а? Так, боеприпасы. Боеприпасы бы. Ладно, хрен с ним, давай принять, пока продадим так. Я тебя припомню, блин, такие грабительские цены, ну ладно. Ты у нас единственный магазин, поэтому выделываться мы не станем пока что. Потому что если мы еще и без этого магазина останемся, та-то вообще тварь, блин. Мне надо где-нибудь в лесу, я потом ее специально в лесу поищу и просто так, тук, с ее коровой. Потому что иначе нас накинули, сами видели кто. Наши же друзья. При условии, что у нас тут нафиг послала. Мы там пошутить хотели. Денег попросить, или потребовать. А она, ой, ты грабитель. Да я с тобой даже разговаривать не буду. Да убей меня. Ну я тебя и убил ее. Они бежаться начали. Она же сама предложила. Она же, что это, торгаш. Она как-то должна же думать, что она говорит-то. Так, не так. Схема. Вот так надо. Так. Нет, давай мои предметы. Давай мое оружие. Остается. Остается. Давай, остается. Шпилька берем. Давайте проверю все. Да, тут вообще можно все. Собрать вот так вот. Так, вот это бы, да, тоже бы сюда убрать пока что. Боеприпасы. Пускай будут мои предметы. Мое оружие. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, давайте посмотрим вообще, что мы не используем. Пистолет. 65 патронов. Так. Как-то ремонт, само собой. Хорошая музыка-то. Как же она где-то была? Я не знаю, сейчас сформулирую, как она. То ли царство горного короля, то ли как-то так она называлась. Я не помню точное название, но что-то такое. Так, 45, 308. А, снайперский, значит, вот этот убираем сюда. А, подожди, не туда. А, оружие мы отсюда сейчас уберем. Да. А, давайте мы, знаете, как делаем? Вот так вот это сделаем сюда. Вот сюда мы будем оружие. А, прикольно, мне нравится. Так, а чё, ну а почему? Так. Вот, а веса больше. Цена меньше, да? Давайте мы вот это тогда сюда выкинем. Так, пока ставим. Берем сюда. Сюда уберем. Мы этим не пользуемся. Тоже не пользуемся. Понял? Так, не пользуемся. Не пользуемся.
Так, 32 патрона кинулся тут здесь, да? Мы пользуемся, 219 патронов. Я по такому принципу, что если оно у нас где-то есть, значит... Так, это мы оставим, у нас единственный такой. Так, миниган, само собой, 4 патрона, ну... Да, куда ж там, что? Молот оставляем. Хотя так-то он, блин, вес у него, ё-моё какой, но... Не общно. О, это полет Валькирии, кстати, песня. Опера. Ладно. А, так. Это пулемет. А у него ценник-то хороший, блин. А мы сейчас, наверное, посмотрим, что у него дальность. Так. 45-й калибр, да? 45-й калибр, вот у тебя. У тебя уберем. А, потому что этот пулемет мы ставим. Ракетник ставим пока. Тактически уберем. Берем все, да? Так. Убираем. Ну вот, вот, ладно, пускай будет пока. Так, теперь давайте, знаете что, давайте мы теперь оружие базика перекинем. Оружие, так, пистолет, пулемет, вот. Нужно назначить на любимое, вот на первого, так же, все. Так, ага, 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 все. Везде разные калибры, это радует. Еще у нас оптика осталась, все. Это вообще просто супер. Растем, ребят, растем. Так, все продали, все барахло скинули. Точно, давай теперь модифицируем тебя. Так, туловище, что нужно? Модель Б! А что ядерный материал, что такое мы взяли? Погоди. Погоди, погоди, погоди. А ядерный материал, мы не блок случайно где-то нашли? В ППК-то. Подожди, а что ядерный материал представляет собой? Помощь. Разная. Ядерная батарея, ну то она была. Ладно. С ней, главное, мы можем это сейчас использовать, туловище, давай, модифицировать, модель Б, у нас и здоровье, все, мы сейчас такого насоздаем, все завидуются просто, мы супер-пупер станем, пока мы найдем этот ядерный блок, мы, кажется, уже модифицируем до такой степени, что мы просто неубиваемые будем. Так, не, подождите, я хотел, а, голова, да, а что нужно для модели С, так, все есть, нам нужна наука. Давайте тогда теперь смотреть. Да, выйти. Вот, и у нас же как раз уровень накопился. Я вот почему и хотел посмотреть, что нам нужно. Подожди, не так. Так, вот, способности. Вот тут, по-моему, Т уровень. Да, вот. Где у нас наука? То есть я примерно понял, как тут надо прокачивать это все дело. Наука, наука. Медик, халявщик. Наблюдательность, фонтан жизни. Хакер, боевой пес. Точнее, взломщик, кузнец. Подожди, а наука-то где? А, вот эти, которые, походу, все понял. Которые вот эти серенькие, мы их не можем, видимо, использовать. Живчик. Наука. А, интеллект 6. Да. Преимущество передовых технологий получите. А, так, интеллект... Блин, как-то много-то надо, а? Ну ладно, чё. Да, подтвердить, что делать-то. То есть мы хрен сейчас что сделаем, блин. Ну ладно, блин. Жалко. Жалко, 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 жалко. Эх, ладно, что, нам нужно вот сюда, да? А мы где? Вот. Ну, давай сюда. Да. Полетели. То есть нам нужно еще два уровня минимум, чтобы нам прокачать хотя бы голову вот эту вот улучшить. Потому что нам нужно 6 интеллекта и еще один пункт на науку. Блин. Обалдеть, это на 10 уровне только мы это сможем сделать. Печально это все.
Вообще печально. Ладно. Так, каждый найденный вами выпуск журнала «Антикрушим» повышает уровень способности неудержимой, немного повышающий вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона. Я бы так почитал комиксы, все, стал супергероем неубиваемым. Так, где-то. Ладно, погнали. Давайте попробуем дойти вот до этого, до этой точки. Нам нужно направо и вот туда. Все-таки где-то должен быть блок. Потому что если блока нет, ну это как-то... А, да, хоть развались, там уже ничего интересного нет у тебя. Так. И чё? И чё тут есть где-то? Ну вот это же блоки, ну вот по-любому, вот где-то вот, вот это вот должно быть блок. Почему я не могу взять? Я, наверное, короче, как в следующей серии, я попробую поискать в следующей серии, как вообще добывать эти блоки, может там как-то заряжать можно, может даже блок-то менять не надо. Или они на самом деле такой дефицит? А, вроде зелененькая, да? Подожди. Крышка мина. Подожди, это бублик, ну отойди. Ну бублик, ну ты, ну, отойди. Началось. Где? Ни хрена себе! Вот это поворот. Как мне нравится, что она прикладом бить умеет. Это просто супер. То, что он умеет бить прикладом, это просто, я серьезно говорю, это супер. Мясо, зубы. А что случилось со мной? Где-то от них такой запах. Зелененький. Где-то еще. Нет. Вот, да. Крышка. А, нифига, тут радиация, ё-моё! А я-то стою. Уши развесил. А там чё ещё? Вон и чё. Блин, а может там что-то важное? Секунду, что-то у меня было. Предмет против радиации. Прям. Помощь была. Не, радиация это хорошо, что она такая. В смысле, не дают. Так. Где-то было, что сопротивление радиации. Ладно. Давайте сделаем по-другому. Антирадин есть. По-быстрому надо посмотреть, что тут есть. Да-да-да, я верю, что тут очень-очень много всего. Так-то, мужик, ты дурак, блин. Сейф. Понятно. Все, тут ничего больше нету. Так ты дурак, вот тут спать рядом с радиоактивными отходами. Ой, дебил, ой, дурак. Ой, дурак. Да, теперь давайте похаваем. Во, все, сейчас мы восстановимся полностью. У нас радиация уходит быстрее даже, чем здоров... Нет. А что, еще не все? А почему так? Ё-моё, так давайте еще раз, антирадин-то. Я-то думал, она вообще уберет все. А она-то как-то так. Она-то как-то так, блин, лирика чисто. Так, сейчас, сейчас соображу. Сообразил. Сохраниться надо. Ладно, так, я хотел сообразить что-нибудь, пожарить еду. Я что-то вот даже про нее забыл. Вот, вот, вот тут, наверное, можно, да? Кишка, кукуруза. Да, блин, бублик. Кукуруза, видишь, у меня тут. Вот, использовать, да. Мясные блюда, давай. Да. Таракан, сделай. К
кратокрыса. Да, кратокрыса, сделай. Они хотя бы будут уже без радиации. Так, напитки. Ничего не делаем. Все, супы тоже не сделаем. Да, выход. Ну и все. Теперь мы давайте похаваем. Ну-ка. А, жареное тут, наверное, что-нибудь должно быть. Ничего себе оно нам дает-то сколько, оказывается. Так, жареный рот таракан. Все, давай. Все, захавали. Мы вообще герциты. Почти что довольные. Я думаю, вы поняли, почему почти что. Так-то, блин, мужик реально дурак, блин. А, зеленое мясо надо взять. Спать рядом с радиоактивными отходами. Ну, ё-мо, это ж... Это... Ни ума, ни фантазии, блин, нет у человека. Вообще-то, как так додуматься можно до этого? Чего у тебя тут есть крышка? Не буду там детей каких-то там. У тебя лохмотья. Это вы типа это, свидетели седьмого дня, да? Вечером седьмого дня мы видели, как вы выходили с вашей любовницей. Мы свидетели седьмого дня. По-моему, как-то так было. Детей атома. Так, вот что-то радиация где-то. Тут что-то везде радиация, блин. Ты ни хрена ты! Ну-ка, иди сюда. Найду, блин, голову откручу. Хорошо, ладно. Как-то так было, по-моему, в Comedy Club. А кто нас гранату-то кинул? Где там, ну, этот... Это было, как его называют там. В общем, я, кажется, понял, что там было. Не надо. Не помню, называется, короче, суть то, что когда чека за леску привязана, а леска натянута. Забыл, как называется, ладно, неважно. Я думаю, это не столь принципиально здесь. Ладно, это была граната. Которая у нас жизнь, кстати, отняла так прилично. Да что ж у меня носа чешется сегодня весь день. Ладно. Крышка, тошка. Вашу одежду брать не буду. И мне бы, блин, ребят, ну все понимаю, ну где блоки найти, а? Где найти блоки? Крышка, шашлыки из белки, вот, хорошо. Ты вообще молодец. Шашлыки из белки. Так, а мы, кстати, так и не приблизились ни хрена к нашей цели. Ладно, пойдем. Нам нужно дойти до того места, потому что у нас время на серию уже заканчивается. Да не пойду я в 95, я там был. Может, я не там был, но где-то я был. Нас там долбанутый Грей Гарден. Грей, серый сад. Нас вот такой вот долбанный робот завалил. Давайте, знаете, что делать? Давайте сохранимся и проверим. Злые они или нет. А то, может, они хорошие, а мы их боимся. Друзья, вы как? А, вот, отлично, это хороший робот. А я хотел перестрелять, если что. Слушай, а ты как так сохранился за 10 лет-то хорошо? Ты смотри. Управляющий. Понятно. Ладно, мне с тобой неинтересно. А я могу собрать? Меня не убьют? Никто? Ничего? Как? А что случилось? Чё за... Фига себе, глюкануло. Ничего не делал, он сам бежит. Ладно. И такое, видимо, бывает. Подожди, я вот это хотел собрать. Могу собрать? Можно? Не убьете? За морковку-то. Было бы обидно умереть за морковку. Украсть нет, украсть мы не будем. Морковку мы собрать можем, украсть мы не будем. Так, да, мы что-то опять отвлеклись от нашей цели. Кстати, вот он, мостик нашел. Все, мы почти дошли. Вот он, мостик. Я думаю, пойдем.
Раз роботы тут без кипиша, значит все в порядке, и мне интересно. Да что ж тут запоролся такой? Так насыпь такая произошла за 200 лет. То как-то уж слишком серьезный такой наклон. Савоген, аккуратнее, тут, блин, мины могут быть повсюду. Хотя вообще-то тут наши друзья вроде как сказали, надо с ними сходить, поболтать, помочь. Сходим, поболтаем, поможем, ядерный блок попытаемся у них как-то это повыпрашивать, если он у них есть, если нет, я буду знать, где он может быть. Что они должны быть где-то, ну много где должны быть, я так считаю, если атомная эра была и так далее. Если эти роботы расходуют этот ядерный блок, хрен знает сколько времени уже, он 200 лет летает, ему хоть бы что, то если он не использует этот ядерный блок, он в принципе должен, даже не должен тратиться. Loctite. Что значит слишком сложно, там все зайти надо. Так, давайте сохранимся вот так. И пройдемся, хоть найдем кого-нибудь человека. Мы сюда пришли, да? Так подожди, мы не сюда пришли-то, блин. Да, давайте, может, до фермы дойдем, а тут мы потом пошаримся. Если сейчас открытую дверь не найдем. Если найдем, то мы сейчас... Стеклянное крушение не надо. А, мы ее нашли. Ну ладно, давайте сейчас быстренько пробежимся, серия немножко подлиннее будет, наверное, на час растянется. 46 минут уже запись идет, ничего страшного. Несколько минуток сейчас еще подзаписываем, посмотрим, что у нас на пивоварне. Не следует пивоварне заброшено, вы что, это грех великий. На пивоварню надо зайти обязательно. Так, манекен и таракан где? Где таракан? Шум был только что, где таракан? Вот. Так ты рейдер. Не-не, вам показалось, что-то не было. Я думал, это таракан шумел. Че такое? Шарк, да будем. Почему вы рейдеры? Почему везде рейдеры? Сколькоэтажное здание было? Давайте по-быстрому посмотрим. Что-то он больше. Ой, дебил. Знаете что? Давайте мы это в следующей серии разберемся. Сейчас пошли отсюда и дойдем до того пустого места, где мы должны быть. А в следующей серии мы им тут устроим такой разнос. Я не удивлюсь, то, что нас, в принципе, сюда и пошлют по квесту. Скажут, давай там, иди там. Раскидай их, а мы с тобой потом поговорим. Может быть. Может даже примкнем. Поэтому давайте сначала дойдем до фермы, на колоде. Это вот тут неподалеку была. Да, правильно идем. То туда. А потом уже дойдем до рейдеров. Мне что, дико нравится, они не респавнятся, это очень хорошо. В данном случае я не заметил, чтобы был респаун какой-то. Чтобы мы не приходили, где мы их перебили, там они и остаются. Вот сюда нам надо. Что случилось? Собакен, пойдем. Все хорошо, все ништяк, вот. Здорово, как сами? Hey there. Тебе прислали минитмены? Yes, I'm here to help. Да, мне прислали вам на подумку, что у вас. Нас никак не оставят покоя эти рейдеры, они кладут у нас еду и припасы, грозятся, что убьют нас, и мы не будем платить. Вот это мы где-то слышали. Мы знаем, где их логово, но нам с такой бандой тягаться не по силам. Don't worry, I'll take care of those raiders for you. Кто бы сомневался-то? Мы это уже слышали, могли бы, честно говоря, маленько другие этим придумать. Так, для чего, где их логово? Тут смотри-ка, нет. Так, а я не знаю, как мне там с ними-то воевать. Вы озверели, что ли? Вы мне дайте блок там. Будет блок, я там с них раскидаю, а без блока-то я даже не знаю, что. Поиск? Поиск чего? Ладно.
Давайте пошаримся, быстренько пробежимся, что у нас тут в доме есть хотя бы. Нам бы блок... Да что ж такое-то вот. Где мне найти алюминиевую банку? Нет, это мелочь. Извините, даже... Даже заворачиваться не хочу. Где ядерные блоки? Блин, мать вашу, за ногу-то, а? Я без ядерного блока вообще туда не хочу суваться. Мне же там разнесут. На ключе, наверное, я... А, тут вообще как-то, да? Я, наверное, посижу в следующей серии, почитаю, где бы нам их разобыть, этих блоков, потому что, ну, без блоков туда маленько опасно суваться. А в костюме вполне, очень даже ничего, в принципе, уже в костюме, без блока, но, блин, это будет так медленно, так геморройно. Ну, если вариантов других не будет, пойдем, сделаем так, видимо. Так, ну что, заканчиваем сегодня серию, что-то у меня, о чем я вспомнился, аж до 23, вот, 40. Тут до 25 проседается она. Ладно, заканчиваем сегодняшнюю серию. Спасибо, что были, смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на паблик, на твиттер. На все подписывайтесь, где я есть. Везде буду рад. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Ну что могу еще сказать? Всем удачи, пока!